Добрый вечер. На протяжении всего шоу я показал возможности всех четырех земных элементов. Но есть еще один, самый важный, пятый элемент, увидеть который возможно лишь объединив все четыре стихии. Уважаемые гости, выходите на сцену все втроем. Проходите вот сюда. Аккуратненько. Проходите. Становитесь вот сюда. Перед вами лежат три свитка. Внутри них название какой-то стихии. Когда я отвернусь, я хочу, чтобы вы сделали свой выбор и выбрали по одному свитку. Не смотрите, что внутри, просто возьмите в руку. И когда будет готово, дайте мне знать. Хорошо? Начинайте. Мы готовы? Отлично. Анфиса, подойдите ко мне. Протяните свиток передо мной, руку вперед. Я постараюсь определить, какой стихии подходите именно вы. Анфиса, становитесь вот сюда, к воде. Поднимайтесь. Очень аккуратно. Влад, подойдите ко мне. Становитесь к огню. Вот сюда. Поднимайтесь. Яна, ваш черед. Становитесь вот сюда, к земле. Поднимайтесь. Вода – самое распространенное вещество на нашей планете. Это основа всего, что нас окружает. Поднимите свиток перед собой вперед. Раскройте манускрипт. Вы не случайно стоите именно возле воды. Покажите то, что изображено на камеру. Вода дает невероятную силу Земле, помогая ей, в свою очередь, раскрыть все свои возможности. Свиток. Как чудесно просто. Откройте свиток и покажите.
Это земля. Огонь – самый неоднозначный природный элемент. Он способен вступать в борьбу с другими стихиями. Но победив воду, он создает новые сухие земли. Влад, раскройте свиток. Покажите, это огонь. Я благодарю вас. Вы можете вернуться на место. Благодарю вас. Возвращайтесь. Спасибо и вам. Возвращайтесь. Четвертая стихия – это воздух. Его невозможно увидеть. Его можно только почувствовать и эти четыре стихии создают еще один, самый важный, пятый элемент, без которого невозможно представить наш мир. Пятый элемент, имя которому – жизнь. Спасибо.